Вот такой в городе есть катер с пушкой, с пулеметом, с танковым. Написано «Герой». Пока я еще не знаю, что это за памятник. Ну, в принципе, сейчас узнаем, найдем. Где-то тут должно быть что-то написано. Сейчас мы поднимемся и узнаем, что это за памятник такой. Где-то тут должно быть что-то написано. Так. Катер-герой. Так, в составе Орской военной флотилии, созданной по указанию Владимира Ильича Ленина, принял участие в разгроме белогвардейцев на Волге в 18-19 годах. И еще в Сталинграде. Под Сталинградом был. 42-43. Вот такая штука. Вот она. Ржавая, но зато памятник. Куча железа. Но история. Вон там пушечка видна. Вот. Вон пулемет. Не знаю, что они там, кого там стреляли таким пукалкой. Ну, белогвардейцев еще поверю, а вот немцев, ну разве что пушкой.